2015 году возникла идея сделать полностью капитальный ремонт данного спортивного зала, чтобы впоследствии данный спортивный зал служил для спортивных мероприятий всего региона. То есть ремонт предполагался сделать усилиями региональных властей, исполнительного комитета, с тем, чтобы потом и передать на пользование в управление культуры и спорта Гагаузии, чтобы проводить региональные мероприятия. В 2015 году начался ремонт, проводила его одна компания. В силу объективных и субъективных причин продолжил ремонт уже другая компания. Но к настоящему моменту мы видим то, что видим. Внутренний ремонт проведен, практически заменены полы, заменены все окна и двери, проведен косметический ремонт, есть и женская, и мужская душевые, есть санузлы, подана вода, установлены чехословацкие электрические, значит, вот нагреватели воздушные. К сожалению, вот этот весь комплекс работ, который был проведен, не завершился, не функционирует спортзал в настоящее время, официально не вступил в пуск, только потому что предполагалось, что очень в течение огромного короткого времени мы завершим строительство крыши над данным спортзалом. К сожалению, строительство крыши затянулось на сегодняшний момент. Только в декабре прошлого года, в конце декабря 2017 года, исполком не смог в прошлом году завершить и сконструировать строительство крыши шатровой над данным спортивным залом. Вы видите, что крыша протекает. Деньги были переведены в объеме 500 тысяч, переведены на счета примарии в конце декабря. Мы буквально подготовили всю проектно-сметную документацию на всю крышу Дома культуры. И буквально через неделю-две мы объявляем тендер. И думаем, что все-таки к весне мы завершим уже и крышу данного зала, и уже будет проведен и завершен, вернее, косметический ремонт и потолка, запустим уже и отопление, и думаю, что уже спортзал в этом сезоне уже войдет полностью в нормальный цикл существования.